Евгений, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Фантом, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Классные слова. Сегодня у нас очень классная рубрика, какой аниматроник самый крутой, потому что мы скачали новый пилпак, FNAF 4, пилпак ремастерит. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем делать на него обзор. Ну что, пацаны, давайте начнем с первого. Фредди 01. Так, кстати, вы обратили внимание, что они очень маленькие, даже меньше плюш-трапа. Кстати, у вас камера очень далеко у них? Нет, вообще. И вообще, ничего не видно. Давайте я тоже буду брать, чтобы было видно. Смотрите, как сделано, просто очень далеко. А ну-ка, что он может? Он может тпхаться, он может издавать конченые звуки, он может садиться на... А ну я могу? Ой, я могу камеру ближе сделать, у меня забиндена кнопка. И что? А ну-ка, замочите меня. Всех мочек, но меня нет. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Надо запилить нам кнопку Stop Sound, потому что я вижу, что-то не клеится у нас. Так, давайте следующего. Фредди 02. Кстати, такие названия простые. 02, 03, 04. Газовая служба. Внешний вид меняется и все. А что они умеют? Давайте я тоже буду брать. Я могу создавать такие же конченые звуки. Я могу тпхаться, фиг знает куда. Я могу невидимым вставать. Да, по идее, всем. Я могу мочить плагина. Мочите меня тоже. О! Так, скримеров нету у них, я заметил это сразу, поэтому мы смотрим Фредди 03. Что, такой же самый... А чем они отличаются? Поломаны. А, там типа кусок жопы нету. Все сходит. Мочите меня. Потому что это, наверное, какие-то неинтересные аниматроники. Да, они классные. А, давайте, может, их в следующий раз используем в прятках? Или это, мне кажется, читерский будет совсем. Слышь, можно взять в прятки и еще и невидимым стать. Все, давайте, мочите меня. Ого, вы психи. А, следующий у нас кошмарный... Балунбой, а чем отличается от того, что у нас уже есть? Ничем, да, пацаны, вообще? Создает такие же звуки. А, у него 100 тысяч жизни. Это какой-то вообще читерский чили-пиздрик. А что он еще может? Невидимый может вставать. Я могу тпхаться в потолок? Я могу тпхаться в потолок. Я могу лететь вниз. Невидимый. Нет, невидимый не могу. Ого, подсрачник, мочите меня. О, так ты меня не можешь убить им сразу. Ого, 100 тысяч жизни сразу так не снять. Ну все, ладно. Да все, успокойтесь, психи, что вы как я. Я тоже так хочу делать. Так, следующий у нас Nightmare Bonnie. Это получается кошмарный Бонька. Я могу ставать невидимый, я могу ставать видимый. А что они на контроль? Могли сделать, ну, на контроль нажимаешь и анимация лазанья. А, он типа на подкрадулях, типа медленно идет. А, ну его все равно слышно. А... Есть? А ну давайте, мочите меня. О, ребята, вот уже пошли скримеры, и мне это очень нравится. Потому что скримеры это все. Они делают очень классный эффект пугания. Кексики. А следующий у нас капкейк с кошмарным. Кошмарный кекс. А у нас, знаете, еще есть капкейк, он там звуки издает, телиньканья, когда прыгает. Да. Это медленно очень. А ну, а, кстати, на shift быстрее прыгает. Воу, прикольный скример. Мне нравится. Может еще невидимым быть. Бейте меня. Он невидимый может вставать? Да. А они все могут так делать. Да, получается, этот пилпак весь невидимый может вставать. Зато медленный. Очень медленный. А я могу тебя убивать? Могу. Ой, и могу тебя убивать. Хорошо. Ну ты псих, что ли, как я? Так, следующее у нас... Nightmare Fox. Кошмарный Фокси. Кстати, очень быстро, обратите внимание. Можно снять какой аниматроник самый быстрый? Не знаю, посмотрим. Если будет несколько тысяч лайков, сразу снимаем эту рубрику классную. Так, невидимый. А, тпхаться можно, да? В потолок. Ой, класс. Лечу со всей силы. На шифте красиво ходит. А, шифт тут, ну что, он просто быстро бегает. Контрол. Контрол медленно ходит. Но тоже красиво. Ну, такой себе прикольный.
Так, скример у него есть и мочит очень хорошо. Так, постобработка. Так, следующий у нас идет Фредди кошмарный. Он быстро бегает. Он быстро исчезает. Он быстро ничего не делает. Ну, при себя, у них точно такие же свойства, только отличаются здоровьем и скоростью, скорее всего. Анимация ходьбы немножко изменена. Скорость изменена. У вас тоже рорные глаза у него? Да. Да. Музыку можно пробегать. О, кстати, да, музыку можно сделать. Конченая. Вот это кошмарит. В глазах эрорки были немножечко. Какие, блин, звуки. У меня нет. Так, стоп-сон, пацаны, прописывайте, потому что они очень жесткие. Так, а следующая у нас марионетка. Кстати, она такая имбовая. Да, у них, кстати, какие длинные пальцы. И когтяшки. Как всегда, невидимость, тпхаться. И чё-то мало жизни. Разработчики обидели. Пилпак 8500 всего. А у Балунбоя 100 тысяч. Да, логика в этом есть. И в этом логика тоже есть. Ха-ха, красиво мочканул. Молодец, молодец. Нежданчик. Ну, ты как я, что ли? Да. Так, следующий у нас... Плюш-трап. А, так само, может вставать невидимый, может приседать. А, может телепортироваться. Ну, норм. Все? Ничего больше не может? А звуки? Нет никаких звуков. А ну, мочите меня. Так, какой-то скучный очень этот аниматроник. Ну, мы лучше, да, пацаны, пилпаки рассматривали? Так, давайте мы еще рассмотрим пилпак, который мы реально не смотрели, но мы его скачали. А, какой? Rebranded Wizards. О, кстати, тут аниматроники, мне кажется, более проработанные, да, пацаны? Тут даже бежать можно. О, на правую кнопку мыши можно ускориться. Видели? А, он зацикливается и все. А ну еще раз. Ого, скорость. Да, вот это прикольный, кстати, это пилпак. Это как будто какой-то рывок, знаешь? Ну да. А че я тебя не могу убивать? Я тебя убить не могу. А я могу тебя убить. А, он бьет только в притирку. Во, отлично. Да, кстати, мы можем этот пилпак использовать для полноценных пряток. Так, что у нас еще есть? А... Этот начальный, он выключенный. Он вот, блин, надо встать они... на R. R, они... R, R. О, кстати, да, это же двухрежимный. А, я тоже могу всех мочить. Ой, вы психи. Так, стоп-соун. Вообще просто ненормальная. А у меня Чика есть еще вот такая крутая. О, анимация просто крутая, пацаны. Так. А, не повторяется, это злой и добрый режим. Хорошо, давайте мы еще этот проверим. Пойдем, мы сейчас сделаем эпик в конце. Вы психи ненормальные, как и я. А у него уже массовая атака. Ух ты. Слушай. Пацаны, знаете что? А, возьмите с этого пилпака четвертого, который мы только что смотрели, возьмите всех разных аниматроников. И сейчас мы посмотрим, кто же выдержит мощный взрыв, но не ядерный. Всяк, который мы выделим? А, да, 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 да. Так, что мы можем скинуть? Знаю, уже... Я вам сейчас скину что-то. На голову. Вы готовы? Давай, жги. Нет. Жгите, говорите, хорошо. Все, это, кстати, бомбы, они не. Идите под бомбы прям, не ссыте. Я так старо сделал. Ой-ой-ой. Выжил кто-то? Нет. Даже у кого 100 тысяч не выжил? Да ладно. Да. Хорошо, давайте мы и скинем. 28 тысяч. Ребята, все для вас. Чтобы было эпично. А я улетаю. Ух ты. Они тоже много наносят. Ух ты. Это бомба, которая сбрасывает самолеты. Нормально. Хорошо. Давайте мы в конце все-таки сделаем эпик. Я сейчас скину ядерную бомбу и успею взять пилпак какого-то. У кого у нас тут 100 тысяч? Вот, мы возьмем плюш трапа.
Entity. Балунбой. Балунбой, да, я так и возьму его сейчас. Ого. О. Так, это взял балунбоя. Это малыш. Не. Слишком мощный. Не, пацаны, слишком. Что-то не сработало и в этот раз. Все-таки 100 тысяч не работают против ядерки. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Вот как-то так. Нормально.